Машины, заряжающиеся от розетки, становятся все доступнее. Тем не менее, появление электрокара на дороге пока скорее исключение, чем правило. Одна из причин небольшого их количества – отсутствие зарядной инфраструктуры. В Ульяновском агентстве технологического развития эту проблему знают и решают. Так, в самом центре города, на крытой стоянке торгового центра «Спартак» запустили зарядную станцию. Не хватает иногда где-нибудь по пути зарядной инфраструктуры все-таки, зарядных станций. То, что у нас открылось здесь в городе, это очень такое знаковое, наверное, событие, потому что это нужно. То есть иногда бывает, что по городу, ну, особенно зимой, хотелось бы, чтобы где-то подъехал на несколько минут и зарядился. Процесс зарядки крайне прост. Снять зарядный пистолет, подсоединить его в разъем на машине. Далее открыть на смартфоне специальное приложение. Его можно скачать по QR-коду, который размещен на самой станции. Последний шаг – выбрать в приложении станцию. В зависимости от емкости батареи, зарядка может занимать от 4 до 8 часов. Пока зарядить можно лишь одно авто. Но если место будет пользоваться популярностью автолюбителей, разработчики поставят дополнительные станции. Применение электрокаров включено в проект стратегии развития транспортной системы до 2030 года. В этом году планируется установить станцию зарядки у торгового центра «Пушкаревское кольцо». Сегодня зарядить электрокар можно на проспекте Ульяновском 10, Рылеева 41, Карла Маркса 12, Урицкого 98А, 44-м проезде Инженерном 9, а также в чердаках у здания администрации. Услуга бесплатна. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.